Музыкально-продюсерский центр «Фабрика талантов» объявляет набор детей для обучения эстрадному вокалу и дальнейшему продвижению в мир шоу-бизнеса. Лучшие педагоги, комплексный подход в обучении, участие в конкурсах и телепроектах. Запись на кастинг по телефону 551-331. Мы делаем настоящих артистов. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Наталья Ячменева. Ваш ребенок любит петь, мечтает о профессиональной сцене, принимать участие в популярных телепроектах. Музыкально-продюсерский центр «Фабрика талантов» поможет осуществить детскую мечту. Обучение эстрадному вокалу у лучших педагогов, постоянная сценическая практика, уникальная методика обучения. Запишитесь на прослушивание по телефону 551-331. А теперь о прогнозе синоптиков. В ночь на четверг эхом уходящей фронтальной системы в Заурале небо еще будет хмуриться и кое-где отзовутся небольшие дожди. Днем инициатива перейдет к антициклону, благодаря чему погода возьмет курс на улучшение. В Екатеринбурге плюс 19-21, в Челябинске плюс 24-26, в Тюмени 16-18, без осадков. В Кургане облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха плюс 12-14 градусов. Днем в Кургане переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточный 1-6 метров в секунду, температура воздуха плюс 22-24. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 756 миллиметров ртутного столба. 31 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь. С вами всего доброго.